Девизы, речевки, кричалки в детском городском оздоровительном лагере при Доме творчества детей и молодежи слышны издалека. С 5 августа здесь стартовала третья лагерная смена под названием «Планета творчества и мастерства», сокращенно ТИМ. Целый месяц более 120 ребят в возрасте от 6 до 12 лет будут вместе дружно проводить последние теплые деньки лета. В этом году мы путешествуем по дорогам сказок. Так как год литературы в Российской Федерации, мы решили посвятить смену чтению сказок народов мира. В течение смены ребят будут знакомить с авторами сказок, учить жизни на примерах положительных и отрицательных героев литературных произведений. В конкурсе под названием «Сказочная пара» ребята смогут попробовать себя в роли любого понравившегося персонажа. Многие школьники уже не в первый раз отдыхают в городском лагере при Доме творчества детей и молодежи. И, как они признаются, смены всегда проходят весело и классно. Что вы ожидаете от смены? Самого радостного, самого позитивного настроения, самых хороших игр, интересных и очень позитивных кружков. Чтобы всем было весело. Я пришел в лагерь, потому что дома нечего делать. А здесь очень весело. Много разных ребят, игр и веселья. Помимо творческого развития и познания новых интересных книжек, отдыхающие ребята станут настоящими десантниками, только с припиской «экологические». За время, которое дети проведут в городском лагере, они вместе с работниками управления природными ресурсами неоднократно будут проводить различные акции и рейды по благоустройству города. В этой смене у нас запланировано каждое еженедельно. Мы будем ходить с детьми, отдыхающим в городском лагере, походить по территории города и раздавать жителям города экологические листовки на разную тематику, например, такие как противопожарная безопасность, куда выбрасывать батарейки, то есть время собирать батарейки и внимание ртуть. Такой отдых при совмещении приятного и полезного ребятам по душе. Хоть они еще и маленькие, но всерьез относятся к чистоте родного города. Мы хотим, чтобы наш город был чистый, красивый и уютный. Но все же основная цель – это сказки. И первую сказку, которую дети увидели, был концерт, который сами себе и приготовили в честь открытия смены. Дмитрий Балясников, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».